Всем привет, ребята, с вами я, Вера, и сегодня мы слепим пришельца Трио, последнего из коллекции слепаки-пришельцы. Давайте же скорее приступим и не забудь подписаться. Слепим туловище, 4 ножки, 3 жгутика для глазок, 3 шарика, детали для глазок, 3 розовых жгутика и хвостик. А теперь соберем. Начнем с туловища. Нам понадобится для пришельца Трио синий пластилин. Скатаем из него вот такую вот объемную колбаску. Также скатаем 4 колбаски, поменьше это ножки. А начнем мы нашу лепку с 3 ротиков. Для этого нам понадобится розовый пластилин, из которого мы скатаем 3 тоненьких жгутика. Затем мы их так вот согнем. Возьмем пальчиком, надавим. Получится вот такая вот замечательная улыбка. Таких нам нужно сделать 3. Загибаем, нажимаем и крепим. Снова загибаем, нажимаем и крепим. И прикрепим ему ножки. 4 штучки с каждого угла. Таким образом, эта поделка будет хорошо стоять. Вот, похоже на ракету. И приступим к сборку глазок. Нам понадобится 3 тоненьких синих жгутика. Мы их крепим. 2 будут у нас сбоку и 1 посерединке. И к этим жгутикам нам нужно прикрепить 3 шарика, на которых будут держаться глазки. Но чтобы нам было проще сделать, мы сначала глазик каждый соберем. Вот так. К синему шарику прикрепляем белый, надавим пальчиком и прикрепим сверху черный маленький шарик. Глазик готов. Закрепляем его. И так соберем все остальные 2. Ну вот, ребятки, глазки на месте. И останется приделать нашему Трио хвост. Вот такой вот изогнутый жгутик. Такой радостный хвостик. Готово. Вот это да, ребята. Вот это Трио. Вот это здорово. Давайте его покружим. Вот такой вот он. Устойчиво стоит на своих 4 ножках с веселым хвостом. Весь такой в улыбке. С 3 зоркими глазками. Наверное, очень удобно.
Всем пока-пока. До новых встреч.